Маме фаталь. Свистать усих назад. Собачье надворье. У такое только спать. Спадарня маме – ловкая кухарка, як звычайно полная импету. Попиваючи горячее какао, яна шукая рецепт для сегодняшнего обеду. Ага, здоровая рыбка! Значит, на столе будет смаженный мянтуз. А где другая пара галошов? Для парсюка маме принесла непромокальный комбинезон. Парсюк, такая забава не усім даспадобы. Вось як скончылася свавольства. Парсюку трэба дапамагчы. Залева, да еще якая, вода заливает все более. Что такое? Где земля? Нас снесло у открытое море. У каждой ситуации треба шукать добрые боки. Коли дом плыве сам, не треба ехать на берег, каб наловить ладной рыбки. Парсюк начинает зловаться, как завжди, коли нечто идет не так, как ему хочется. А парсюк знову нечто метусится. Что он задумал? Да.
Парсючок, што ты робіш? Хіба ж разумна ўжываць гэткую прынаду? Марская пачвара! Ратуйся, хто можа! Знайсці выхад з гэтай сітуацыі. Інакш мы правядзем у жываце пачвары доўгія гады. Парсюк не дапамагае, толькі гарызнічае. Нягожа свінка. У пачвары пачалася ікаўка, але што з таго? Ага, хвост сабакі ласкоча страшыдлу. На пусты страўнік нічога мы не прыдумаем. Памажыце спадарыні мамі прыгатаваць абед. Бай, дай, трэй, фікі, рікі, фасталай. Раздражняе нос гіганта. Бачыце, супольнымі сіламі можна адолець нават марскую пачвару.